Книги будущего от авторов прошлого. В Астрахани состоялось открытие выставки «Футуристическая книга». Посетителям показали раритетные сборники поэзии и прозы, рассказали удивительные истории книг. Каждая строчка в произведениях несет скрытый смысл, расшифровать который до конца не удалось даже современникам. Закадычный друг Велимира Петр Митурич очень боялся за рукописи Хлебникова. При странствующем образе жизни писателя произведения пропадали. Чтобы сберечь рукописи, Митурич сделал копии и передавал читателям, которые, в свою очередь, тоже переписывали работы Хлебникова. Одна из таких копий представлена на выставке. Но любимой книгой Велимира Хлебникова был сборник стихов Уолта Уитмана, с которой писатель не расставался никогда. Книга называется «Стихи Уолта Уитмана», великого американского поэта, который был близок к Хлебникову своим содержанием и своими поэтическими приемами. В переводах Корнея Чуковского. Хлебников никогда не расставался с этой книгой и брал ее во все свои странствия. И когда поэт скончался, эту книгу нашли в его вещах. Организаторы выставки могут похвастаться своими экспонатами. На стенде города представлена книга «Московские мастера». В этом сборнике есть повесть под названием «Ка», что означает «душа» или «загробный двойник человека». Хлебников написал эту египетскую повесть в Астрахани, и именно вот в этой комнате, где мы с вами сейчас находимся. Первое, что бросается в глаза в выставочном зале – необычный дизайн помещения. Художники постарались изобразить внутренний мир Велимира Хлебникова, используя все пространство комнаты. Стены расписаны цитатами писателя, его вычислениями и рисунками. Для того, чтобы в этом малом пространстве рассказать о великом пространстве Велимира, мы решили обратиться к его рукописям, к знакам, символам, его вычислениям, его рассуждениям, вот к этой удивительной звездной азбуке, которую принадлежит уже Петру Митуричу, который вот пытался распознать звездный язык Велимира, это кубики, я имею в виду, вот эти вот, да. А все это, ну, своеобразные коды, шифры. Разгадать их можно будет, в том числе при помощи мультимедийного приложения, которое тоже готовится. Посетители смогли увидеть не только книги, близкие сердцу Велимира Хлебникова, но и подарки современных писателей и художников. Один из последних экспонатов, подаренных музею, является работа астраханской художницы-писательницы, выполненная в футуристическом стиле. На обложку книги автор прикрепила бирку с размерами и весом своего литературного первенца. Екатерина Булатова, Вячеслав Ерымовский, Новости 24, Астрахань.